со связью ужасно, интернета просто. Связь кошмарная. Написал мне сейчас это в интернете, этот как вот табличка выехала, что из-за плохого качества связи, он интернет отключили. Ну, я имею в виду, стрим прервали. Ну, сейчас я опять включил, я не знаю, опять связь плохая, да? Сейчас посмотрим. Блин, не туда зашел, мне надо в храм огня, блин, куда я поперся? Что-то не знаю, сегодня какой-то вечер с интернетом тут проблемы, не пойму. Да, сегодня стрим получается какой-то неудачный с интернетом, просто кошмар. Блин, куда я побежал-то опять? Я стрелок не купил. Из-за этого интернета уже запарился, голова уже не работает. Да, вообще, вон я смотрю, да, вон пиксели одни. Сейчас, небось, опять прервут. Ну, я прошу прощения, да, за такой интернет, я не пойму, что происходит. Я опять в одном и том же качестве я всегда делаю стримы, и сейчас бывают вот такие проблемы. Хрен его знает, что с ним, с интернетом. Вроде интернет скоростной, и не знаю, что там происходит. Так, ну что, пробуем. Теперь стрел уж точно должно хватить. За глаза даже. Идем в драконий казарм и добиваем мы все-таки этого дракона. Замотал он нас уже. Меня, по крайней мере. Так. Вот эти призраки выскакивают, пугают прям аж. Вот это я не пойму, что за хрень он делает. Что это у него за магия? Пердит, что ли, блин? О, блин, еще опять побежал этот призрак. На нервы действует. Так. Меняем наш, где дракона борется. Вот он, большой. Не пойму опять ни хрена. Где стрелы? Какой деревянный болт. А почему 30 только стрел? Я что купил-то? Какой тяжелый болт. Деревянный болт какой-то. Что я напокупал тут? 44 штуки взял. Не пойму. Я не знаю, что, вообще что происходит-то. Как мне. Куда стрелы делись? Почему мне не продали больше стрел-то? На 25 тысяч я с лишним, там даже на 26. Набрал 44 стрелы вот эти. Куда они делись? 30 стрел дают, а на остальную... Блин, вообще ужас просто. Я вообще не понял, что с игрой. Зато надавали мне эти болты, которые на эти, на как это называют, на арбалеты.
дергайся, дракон. Не знаю, вот сейчас должна быть половина, у меня половина стрел осталась. Хватит, не хватит. То есть, получается, я 25 тысяч просто так просрал, что ли? Просто так просрал. Вот 10 стрел. Все, я не знаю, сейчас опять не хватит ни хрена. Сейчас эти болты начнутся дебильные. Я уже понял, что 30 стрел мало. Что, я не знаю. Бомбами кидаться буду. Да, на дракона больше времени, чем на босса уходит. Да еще, я его сейчас опять не замочу, стрел опять нету. Кошмар какой-то вообще. А пройти туда мне надо. Там будет этот, который эректийский меч давал. По-моему, здесь он будет сейчас копье давать. Или алебарду, что ли, если я его смогу победить. Я так думаю, опять не смогу я туда добраться из-за этого дракона, блин. Ну, посмотрите, вон, последняя стрела осталась. И у него еще жизни там куча. Вот мне не хватило, вот все, там, наверное, стрел 5 вот осталось бы. Вон, ну да, вон, стрел 5, наверное, даже 4 достаточно было. Стрел нет, замечательно. Зато есть 30 болтов. Тяжелый болт, вот он, пожалуйста. Громовой болт. Может, я громовых болтов набрал? Не, давай сначала вот такой. Вот этот сюда, вот этот. Вот сюда. Сначала прицелимся. Так, ну это он не будет, я так думаю, брать. Унитар, ищем этот. Вот он. Целиться он не будет. Попал. 2 выбил. Ладно, вот так давай. 19. Ну, будем какашки считать, что делать. 38. 19. 10. Приехали. 16. 13. 19. И почему мне не дали-то? Куда делись мои стрелы-то? Я понять не могу. Все, эти кончились. Так, еще какие-то там есть. Тяжелые болты есть. 7. Ну это я так буду опять 30 лет долбить и все равно не долбану. Два. 30 лет буду долбить. 3. Что за издевательство, блядь? Я вообще не понимаю, что происходит-то. Почему? Что за издевательство, блядь? 3. Во, отлично. 4.
Два, блядь. Что? Куда хоть швыряет-то, бля? Жопа, блядь. Ужас нахрен. Не знаю, что делать. Что-то мне... Специально, блядь, делают нахуй, вот специально, блядь. Чтоб я нахрен не прошел. Сколько я уже с ним мучаюсь, блядь, с этим драконом дебильным, блядь. Дают твари, вы видите, бомбу не дают швырнуть, падли, ебаные, блядь. Попадал я ему, блядь. Это уже называется специально, блядь. Мразь, а. Там у него жизни вообще уже не осталось. Ну беги тогда отсюда! А-а-а! Стоит! А-а-а, блядь! Бена! Швыряй! По голове ему, блядь! Вот! Еще! Да ёб вашу мать! Не дают твари, а, докину? Вот представляете, не дают, блядь. Одного дракона я убиваю, другой сам сдох.
Ну ёб твою мать, последняя была возможность. Ой, блин. Так. Это, блядь, ну я не знаю, издевательство, блядь. Просто, блядь, издевательство. И что, мне на него сейчас с мечом идти, блядь? Что еще у меня? У меня ни хера больше нету. Были там где-то 10 этих, блядь, еще, бомжатских этих. Вот. 10 штук. Бомбы кончились. Черных бомб не было у меня. Сгусток золотой смолы зато есть. Блядь. Ёб твою мать, бля, вообще просто жопа, блядь. Бля, я охреневаю. А вот как, блядь, как? Бушуйте, блядь. Да та тварь замотал уже, блядь. Успокойся, блядь. Все, нет у меня больше ни ножей, ни хрена. Ничего делать хрен его знает. Вообще ни хрена нет, все. Сейчас уйду, блядь, за бомбами, он по-новому, блядь, это. Ой, блядь. Ну все, я не знаю, только бежать вперед, блядь. И где-то его там надо его подрезать, блядь. Все, других вариантов нет. Просто, блядь, других вариантов у меня нету. Вот вам и завалили дракона. Эти куда-то мои дели стрелы, блядь, непонятно куда. Все, нету. Где, куда? Ни болты, ни стрелы, ни хрена. Куда делись, блядь? Столько денег потратил, блядь. Ну куда? Куда они могли мне их деть, блядь? Твари, блядь. Все, у меня без вариантов. Побежал, блядь. Привет. Готов. Я не понимаю, не представляю, что мне, блядь, сделать. Как, блядь, и куда делись нахрен стрелы, блядь? Я ж столько копил их, блядь, этих стрел. Пиздец, блядь. Так обидно, блядь. Ну вот так обидно, блядь. 30 стрел дают лимит, мне и все. И до свидания, блядь. Погнали еще сейчас хуй делать. И столько времени потратил, блядь, на этого сраного, блядь, дракона. Столько, блядь, времени, блядь. Час с лишним, блядь. Просто пиздец. Нахуй аж непоносимо, блядь. Охренеть, блядь.
блядь, час с лишним, блядь. И то не пройду, наебала меня игра уже, блядь. Ёптать, не дали стрелы. Просто жопа, блядь. Уже начал в 10, блядь, уже полдвенадцатого, блядь, охренеть. И сколько мне тут копить? 50 тысяч надо, блядь. Давай, блядь. Где этот-то, э? Топор куда-то пропал, блядь. Да вы что, блядь, ребята, издеваетесь надо мной, что ли, сегодня, блядь? Пиздец, топор пропал у него куда-то. Быстрее пей свой эстус, блядь. Уже этот вон он к тебе прибежал. Блять, и собирай. Сколько мне надо собирать? 50 тысяч, блядь, на стрелы на этих. 6 тысяч только собрал, блядь. Этого больше даю. За эту 5 с чем-то. Ну, мне надо 50. Не меньше. И при условии, чтобы они меня тут не убили, блин, и жизни сохранились. А то вот так вот пырнет меня, блядь, своей электрической парашей. Сколько ж у меня уже этого титанита? Я сегодня даже игру не поиграл толком в игру. Хожу тут вот души коплю. Чтобы дракона завалить. И то, уже давно бы завалил, если б не эта игра, блядь. Палки в колеса ставишь. Уродец, блядь. Вот этим своим электрическим, блядь, вышибает у меня жизни, нахуй. Мало, мало, блядь. Что 23 тысячи? Сейчас вот эти опять 30 стрел куплю и все, и до свидания, блядь. Еще надо столько же. Охренеть, я бы сейчас вот этими уже бы 3 уровня поднял бы, блядь. Уже с мачете давно бы бегал бы, блядь. С Йормуским. Да ладно, через брось, так хреном не заниматься.
иди сюда. Микрофан. Блять, как раз напоролся, блять. Прям на его электричество, блять. Ёб твою, блядь. Ну беги, блядь, встал, стоит, а возле него. Жрёт, это свой этот, как его, блядь, тесту. Картинка нормальной стала, да? Ну, что-то с интернетом было, видать. И как я проигрывать начал, они сразу картинку сделали. Может, сейчас и дракона завалю? Давай. Мало. Ну ладно, сейчас я тут вот этих подолблю. Пару раз и хватит. И пойдем за стрелами. Сейчас стрелами меня опять обманут. Так вот заняться бы сейчас, вместо вот этой хрени, этими заняться, как его, прокачкой оружия. У меня сколько там титанита? Я бы сейчас мог столько бы сделать бы разных этих вооружений прокачать. Наверное, занимайся тут хреновней. Вот 42 тысячи, уже спокойно можно уровень поднимать бойца. А я хожу эти стрелы, побираюсь там, покупаю. Иди сюда. Большой скол титанита. Вообще замечательно. Давай. Не осталось, друган. Все, идем. Ну, смотрите, 48 тысяч. Блин, на 48 тысяч я мог спокойно сейчас прокачаться. Но нет, надо идти сейчас. Сейчас мало того, что меня бабка еще обманет сейчас. Вот большая стрела грозы. Нажимаем. 30 штук сначала, да? Появится у нас 30 штук. 18 тысяч. Которые... А, в ящик! Ёлки-палки! Ой! Be sure to bring... А ящик, как мне его, это инвентарь-то этот проверить? Ну-ка. Так, я смогу его из ящика достать? Так, 30 здесь. А как мне на ящик посмотреть? Переключиться. Обычно. Как из ящика мне достать? Мне обязательно надо к костру садиться вот сюда. Ну если я сяду к костру, вот, навести порядок в ящике. Если они даже в ящике есть.
Вот, 50 стрел. А как мне их вытащить сюда? Все понятно, ладно. Пошли к бабке. 30 стрел у меня есть. Ты куда я прусь? Где эта бабка-то, блин? Тут. В ящике я, значит, смогу залезть только когда это. Темные стрелы. Давайте темных наберем. Мало, еще надо взять, наверное, да? Пускай будут. Еще 50 стрел. Из ящика-то я их дождать-то могу. А могу только, когда возле костра буду сидеть, навести порядок. В ящике там пишут. 30 99. Ну, пойдемте пробовать. Вот так вот, ящики. Вот, навести порядок в ящике, пожалуйста. Наводите. Куда, блядь, не туда пошел. Придумали, здорово, возле костра сидеть и наводить порядок в ящике. Молодцы. Молодцы. Охренеть, я правда боссов быстрее прохожу, блин, чем с этим драконом сижу. Посмотрим, сколько вот эта стрела выбивает. Посмотрим. Специально так сделал, 30 стрел, блядь. Шкура трясется. Хватит дрыгаться-то, блин, время тянешь только.
вот этого убить, второй сам сдохнет, дракон. Сколько будет стрела убивать? Понятно. Ну, хоть по стоку, у меня их тут много. Ну, 26. Должен завалить, не знаю. Хотя, по-моему, блядь, и не завалит. Ёлки-палки, по-моему, не завалит. Это, считай, заменить на 10 стрел. Драконопор вот этих. Блин, ну если уж не завалил этот раз, я уже не знаю, что делать. Должен. Совсем жизни не осталось уже вообще. У меня еще 60 стрел. Должен. Давай, падай, блин. Ну. Эти жизни вообще уже нет. Ну все, почти добил, блин. Сраного дракона. 40 стрел. И жизни нету у него. Ну наконец-то, блядь. Неужели? Замучили, блядь, замучили. Драконоборцы, блядь. Точнее, драконы. Готов. Идем дальше. Так, вот тут еще много разных вон штук можно пособирать. Ну давайте мы здесь сейчас покрутимся. Души наши тут были еще. Замечательно. Тут, наверное, пустые они. 275, отлично. Изысканный самоцвет. Вот это хорошая штука. Так, вот это, наверное, потом поднимем, это будет короткий путь. Углей набрали. Вот у нас написано.
Ну, наконец-то прошли. Так. Ах, сюда. Да, сюда. Пока мы здесь не откроем ни хрена. Так. Можно идти и туда, вон. Вниз там будем подниматься. И здесь. Вот здесь сейчас пойдем как раз мы с этим драться, наверное. С ретильским гадом. Так, тут ничего у нас? Ничего. Пойдем сюда тогда. Так, давайте-ка мы... Ага, вот он этот черт. Что он делал? Давайте-ка мы поставим с вами, потому что если придется с ним драться, поставим изысканный все-таки. Вот это как его, изысканный, как он называется? Ты, дружок, меня тут травит в гадости. О, грубый самоцвет. Здесь самоцветов вообще здорово, куча. Так, туда пока не пойдем, пошли вниз спустимся. Ну, можно и туда, но давайте вниз. Вот здесь, по-моему, будет этот. Не знаю, удастся нам его победить или нет. Вот он. Отходим. Ставим этот. Не получилось. Блять, не дал, козел, вообще. Смотрите, какой быстрый. Вот чучело, мяучело, блядь. Это я его огненным долбил. Здесь он какую-то ретильскую мне эту копье даст, что ли, наверное, или алебарду, что ли, тут. Ну ладно, смысл-то уже все. Мы хоть хорошо сюда дошли, уже дракона больше нам не надо долбить. О, там опять эта штука есть. Пойдем туда. А, туда мне не залезть. Пока мне туда не залезть. Ну пошли опять к ретильскому чудовищу. Ретильское чудовище, мы здесь. Идем к тебе. Так, может быть щит поставить помощнее? Какой-нибудь огненный. Не, на поглощение. Ну ладно, давай сейчас мутацию. Мы же его не боимся. Да что ж ты так прям... Блядь, допусти меня, Убегай! Блядь! Уходи. Быстро, быстро, быстро. Оп! Чем это меня хреначил, да? Уходим. Допусти меня, блядь! Он не выпускает, сука, а? Падла, блядь! И у него жизни нету. Я еще был жив, блядь, да ёпта, что ты, какого хера ты орешь тогда, блядь, как будто тебя убили, блядь. Ой, нахрен, блядь. Кошмар. Заорал, блядь, я думал, его убили, блядь, и кнопки отпустил все, нахрен. Он еще живой поднялся, блядь. Фу, одни нервы, блядь, с этой игрой, одни нервы. Так, я думаю, тебе тут щит не понадобится. Там две руки бери и газуй его, долби. И отпрыгивай от него. Попробуем так. Здесь только прыгать. Блядь. Ёб твою, блядь! Да ёбаны! Уйди!
Все, не дав, сейчас прижмет, блядь, сука. Да ёптать, только, блядь, выжру нахуй эстус, он меня сразу въебашивает. Выжри! У него еще полжизни, щит надо ставить. Где щит-то, блядь? Я просто, блядь, охуев... Ой, блядь, сил нету нахуй. Не, критические удары, парирование. Слушай, ну против него, наверное, точно не проведешь, не знаю. Против вот этого, с которым я сейчас дерусь тут. Так, надо ставить топор. Что-то тяжеловато я с ним. И поставить этот надо, наверное, попробовать. Крутой щит. Топор. Он, потому что он резкий, блин. Быстрый вот этот, резкий. Самая задница вот с такими драться. Где щит-то? Вот он. Будем вот так сейчас защищаться. Резкий, быстрый, вот тяжело, очень тяжело с ним. Можно, конечно, вот эту можно, как вот, топор сразу, блядь. Сразу. Дай выжрать, тварь. Дай выжрать-то, да ёб твою мать, Иисус не дает выпить. Блядь. Просто жопа, блядь. Вон, блядь, козел шипит. Ютьюбик, блядь, элементарно с ним разбираются, блядь, пацаны, я смотрю, хреначат. Асы. Профи, блядь. А тут сиди, мучайся, блядь. Ладно, давайте этим все-таки палашом будем. Хоть отскочить успевает. Если успевает. Сука, а? Вот только вот начинаю жрать, блядь, а? Смотрите, что делает. Все, пиздец. Просто пиздец, блядь. Просто, блядь, пиздец. И что тут надо взять, я не знаю, блядь. Прокачиваться или что мне делать, я хуй знает. Тогда вот у него оставалась вообще там одна жизнь. Вот это очень, просто очень быстрый. Он сам по себе-то лажовый босс-то. Просто быстрый, блядь. Бегает, бегает, бегает. Его хуй поймаешь, блядь. И не дает Эсту спить. Опять выжрал, все, пиздец. Прям тут же ловит, блядь. Тут же, блядь, ловит, сука, а. Пиздец, нахумарил меня, блядь. Уйди, блядь, от него! Быстрее жри! Да как ты меня проткнул-то, блядь? Я же со щитом стоял, блядь! Блядь!
Ну куда ты, ёб твою мать, блядь? Я просто, блядь, охуеваю. Ну как же так-то, блядь? Что, Эсус кончился, блядь? Ты меня заморозил, блядь. Я Эсус жрать... Блядь, понятно все. Понятно все, я пока с ним не пойду, блядь. Короче, пиздец. И Эсус я не мог выжрать, он меня заморозил, сука. Урод ебаный, блядь. Тварь. Бомбами огненными его закидать, блядь. Наверх спрятаться от него, не спрячься, он везде достанет. Ладно, пойдемте воевать. Пока к нему не пойдем нахрен. Все нервы истрепал, скотина. Пойдем по другим местам. А там у него, по-моему, лифт. Блять, ну я, блять, охреневаю просто. Блять, тут высунуться нельзя, уже ебанут сразу, блять. Пиздец, блять. Просто, блять, только вышел, нахуй, уже наебнули с двух сторон, козлы. По одному опять их выманивать сидеть. Ой, блять, да нервоза, нахуй, блять, да нервоза, нахуй, довели, блять. Давайте мы здесь посмотрим. Сначала спрыгнем. Пособираем тут всякую хрень. Так, на той стороне тоже есть. Обломок, титанит, замечательно. А, ну я вон оттуда шел, точно. Ой, блядь, ты что за тварь? А, это тап. Ну вы посмотрите, блядь, вы посмотрите, пол жизни, блядь. Одного успел. Ящерка. Два тут их. Да, блядь, да ёб твою мать, блядь! Жизни нету, всего изрезал, блядь. Пиздец, блядь. Что ж вы творите-то? Вон, один ползет сверху, блядь, вот он. И другой сзади сейчас, блядь. Ой, блядь, еще одно чучело, блядь. Еще одна жертва аборта, блядь.
Все равно, блядь, накрыло, а? Жри, жри, уходи нахуй отсюда! Пол жизни, блядь. Пол жизни, блядь. Пиздец, все нахуй, до свидания. И сейчас только, смотрите, буду жрать эту. Дожрался, блядь. Блядь, да что ж творится-то, ебаный в рот, а? Что ж, блядь, творится тут, нахуй? Так, пойдемте-ка мы прокачаем лучше, блядь, оружие, нахуй. Это просто пиздец тут уже пошел. Уже, блядь, невыносимо, нахрен. Этот топор медлительный, блядь, тоже вообще кошмар. Давайте этот, может, прокачаем наш палаш. Может, помощнее будет. Ну-ка, этого до какого состояния мы можем прокачать? Топор. До 338. И подзаточить его. Давайте попробуем. Be careful. I don't want to see. Давайте укрепим. Попробуем закалить. Разрывающий попробую. А что за дополнительный эффект он дает? Кровотечение вызывает. Это тьма. На огонь. Может, на огонь заточить тоже. Простой. На магию. Магия нам не нужна. Вот этот. Вот этот хороший. На силу действует. Ну-ка, вообще у меня сила тут какая? На нет. С и Е. Блин, ну он у меня один всего лишь, ёлки-палки. Не знаю. Вот этот тяжелый самоцвет. Был бы второй, блин. И вот видите, Б по силе прям как раз он подойдет. По ловкости. Ладно, давайте мы с вами палаш сделаем. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered.
укрепим сейчас. Два обломка станет нам, да, на него? Сколько он будет? 174? Давайте все-таки получше. Пойдем с палашом, дружок. Так, у меня еще 5000 есть. Так. Какие цены тут? Вот С, но он гигантский, мне не нужен гигантский. Давайте с верхнего посмотрим. Это что, длинный меч? Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что он из себя представляет. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Так, ну-ка. Длинный меч. Что такое за меч? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. И он Д. Понятно. Подождите, только что же был С. Вот. А, С это двуручный меч. Двуручный нам не нужен. Ну-ка, меч тьмы здоровый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этот бьет. Так, а за укреплять его что нам нужно, чтобы его укрепить? Ну-ка. Осколки титанита, понятно. А вот этот пырялка, где тут пырялка? Сейчас давайте поменяем. Пика. Где пика-то? Это пика. Меч Лотрика. Была это пика. Рапира, не пика, а рапира. А вот этот Асторский двуручный меч. Двуручный он, блин, здоровый. Вообще-то нет. Ну-ка, так, отмена. Сейчас посмотрим еще, подождите. Мечи, пока мы здесь. Давайте с вами разглядим, чего прокачать тут нам. Ну-ка, эти гатаны, это черный клинок. Сколько он у нас может тут? Раз, два, три, четыре, пять. Длинный. Где эта пика-то? Рапира была. Вот она, рапира. Ну-ка, сколько у нас рапира? Поприкалываться-то если. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. О, давайте-ка попробуем прокачать рапиру. Хоть поржем. Где она у нас есть-то? Не вижу. Вот она. Давайте покачаем рапиру тут. Два обломки титанита не будем тратить на нее. Не, не
А закалить? Так, огнем. Вот это, а, вот. Изысканный. 136, 110. Ну-ка. Давайте-ка один изысканный, наверное, потратим на нее. Поприкалываемся. Давайте посмотрим, что получится. Ну-ка, рапира, пойдем побегаем с тобой. Наверное, конечно, слабенькая будет, но... Попробуем хоть. Потыкаем кого-нибудь сейчас. Тык-тык-тык-тык. Ну ладно, на самом деле мы сейчас, чтобы не потерять души, прокачали рапиру. Палаш, мы сейчас палаш потом возьмем, мы же палаш прокачали. И нужно еще два обломка титанита, чтобы палаш прокачать еще покруче. Сейчас найдем мы. Пойдемте с рапирой сейчас кого-нибудь потыкаем. Так, пес, наверное, вообще слабенькая. Ну, конечно. Тун-тун, тун-тун-тун, тун-тун. Так, мы вот здесь с вами еще не взяли кое-что, да? О, горячий осколок кости. Этот сидит скелет. Вот он бежит. Бежим. Второй сейчас тут будет тоже рычать. Так, тут ниндзя сейчас на меня нападать будут. Ниндзя. Вот он. Рычать. Как ты пробился? Пырнул. Ну-ка. Где еще ниндзя? Давай. Ни хрена, критический удар. Взорвался на ураза. Сейчас отсюда спрыгнет. Вот он. И второй тут сзади будет сейчас. Точно. Вот тут даже три даже. Ни хрена, он меня критическим ударом пырнул. Под кишка, понятно. Одного ускоряли. Где еще? Все? Все? Ну ладно, сейчас посмотрим. Против них тропирка действует. Ну они что, они же вон. Пырялась вам, будем пырять. Ну-ка. Сейчас толстяком поприкалываем. Жизни жалко только. Блин, 8000. Ну давайте поржем. Толстячок, я здесь. Давай. Жопу. Оп. Бегим. Входим. Ух ты, попал. Ходим.
ты, выпырнули толстяка рапирой, здорово! Ха-ха-ха! Обломок титани. Да блин, рапира-то прикольная, смотрите. Толстяка завалили рапирой, охренеть. Вот это весело. Оп. Прикольно вообще пыряет. Тык-тык нахрен. Охотничий арбалет, охотничий болт. Прикольно. Пойдем дальше, рапирой потыкаем. Веселое оружие. Надо нам сет поменять еще. Кого-нибудь поставить крутого, другого. А может с этим, с рапирой сходить к этому? Или не стоит пока? К ретильскому другу. Ну толстяк он неуклюжий, мы его быстро заделали. Так тык-тык-тык-тык, рапиры, прикольно. Там у нас ничего. Тут сюда пойдем. Давайте сначала вот этого. Ну давай. Оп! Защита. Оп! Защита. Все. Да у нас герой там внизу. Давай. Ай! Вот уродец, пол жизни. Да как же так прошибаешь защиту-то? Блин, и там сейчас появятся эти. Шпионы, ну их надо просто оббежать. Не надо с ними драться. Там ждут меня они. Они вниз побежали. Ай! Ай! А куда эти двое делись? Их это сожрала хрень. Вон так. Может быть. Так, там были 4 рыцаря, по-моему. В углу там стояли. Но с ними рапиры я справиться не смогу. Они просто там что-то делают. 2 рыцаря. Прикалываемся. Иди, мы вроде тебя с рапирой будем. Как мушкетеры. Хм-хм.
Оп. Весело. Большой осколок титанита. И второй еще там остался. Один он? Один. А тут просто шарились. Ага, ой, этот с мечом, это опаснее. Блин, он что-то с ним сделал. Так, уходим. Уходим. Этот тип нам не по зубам. Он чем-то ее обмочил, свою эту. Да. Опасный друг. 16 тысяч мало. Или сходить еще что-нибудь апгрейд сделать. Пойдемте купим какую-нибудь нашу шмотку. Сет поменяем сейчас, да. Пойдем, сходим. Так, отправиться. Промахнись. Сегодня какая-то игра, да, не прохождение, не пойми чего. Дракона мы тут завалили. Рапир прикольно пыряет их. Оп-оп, это смешно. Так, посмотрим, что у бабули там продают, она какие сеты. Семь тысяч штаны Еремеи. Вообще сет весь Еремеи, да? 10 тысяч, 7 тысяч. А что ж это такое за это? Болеро Еремеи. 8,6. А шлем есть Еремеи? Маска изгнанника. Шлем палача. Доспех Смога. Ну это здоровый такой, этот не нужен нам. Он некрасивый там будет. Танцовщицы. Вот еще что нам не хватало. Доспех танцовщицы. Легион нежити. А, восточный доспех у нас есть. Может шлем восточный купим? Давайте полностью оденемся в этот. Точно. Во, круто. Давайте сейчас полностью оденемся в восточный. Так, бабуля, ладно, спасибо. Возьмем палаш. Точно так. Восточный шлем. Где восточный шлем? Вот он. На восточной наруче. Восточные штаны. Нормалек. Нормальная одежка-то. Пойдем. Все поменяли. Полностью восточный у нас. Сейчас пойдем драться туда, к ретильскому другану. Все-таки попробуем его убить. Там вроде будет короткое, это будет как-то, ну не помню, то ли лифт там, то ли еще, или лифт не там, хрен узнает, забыл я уже. Ну там что-то есть у него, он же не просто так там стоит, что-то защищает.
Эй, ретильский друг. Мы пришли за тобой. Обморожение. Дай этот выжрать, дай выжрать, выжрать! Уходим. Тварь! И тут же отвечает он мне, тут же, блядь. Одиночными только можно бить. Одиночными. Уходим, уходим! Уходим, вот сразу, видите, два ударил, и все. Ушли, сразу ушли. Сразу ушли. Ушли. Вот так вот. Так. Завалили мы его, ребята. Браво. Тактически грамотно. Палашом мы его нашим любимым. Ну и что? А, сундуки. Сундуки тут. Так, здесь не мимик. Что тут нам дали? Мерцающий титанит, замечательно. Тоже не мимик. Еще мерцающий титанит. Еще сундук. Два даже тут. Мимик? Нет. Титановая чешуя, замечательно. А вот это, наверное, мимик. Нет. Вы представляете? Щит древа духов. Вот щиты меня интересуют. Да, ловко моего. Давайте посмотрим, что за щит. Где он есть? Вот он. Ну какой-то слабенький, ребята. От молнии он хорошо защищает, и от магии что. Не, нам так и там так не нужно. Пойдем наверх. Всех мы здесь, да, сундуки вскрыли. Ну ладно, чешуйцев титанитовых набрали, нормально. Этих титанитов мерцающих. Самоцветов, ну что там. Ой, а ты откуда взял? Друг! Не друг и не враг, а так. О, огня-то мы боимся. Оттуда приполз. Ну все, со спокойной совестью теперь можем выдвигаться вон туда. А Сет у нас хорош. Ух, хорош Сет. Блядь. Готов. Ну ладно, понятно. Нам все равно надо было эти брать, как его называют. Ну, эти, Эстус надо было к костру бежать. Сейчас мы сюда пойдем, нормально все будет. Сверху какой-то там бомбило с Нижнего Тагила. Меня хреначит. А у нас мы же два обломка титанита взяли, нет? А то, может, можно еще палаш прокачать. Еретильского другана-то мы здорово замочили-то, да? Главное, тактически грамотно. Тактику понять и все. Вот он. Здорово, Федор.
не надо. Ух, вот сколько тут, бомжи! Здорово горят. Пойдем вниз посмотрим. Что-то муж валяется. Вот он! Ну-ка, спрыгивай. Ах ты урод. Слезем, давайте слезем. Бомжи! Быстрее глотай Эстус. Фу. И души взяли. Где тут в темноте-то, в подьмах видел лестницу, вот она. Большая душа, сол, там этот сидит, не нужен нам. Лестница. Так, куда-то мы с вами вышли. О, обломки-то они замечательные. Впереди кольцо. Где кольцо? Прыгнуть? Или это опять обманка? Давайте прыгать. Обманули, наверное. Впереди ящерица. Пойдем ящерицу бить. Здесь мы были уже. Мы пришли сюда. Блин, обманули нас нахрен. Вот представляете? Впереди кольцо. Впереди ящерица. Нет, тут ни кольца, ни ящериц. Обманули. Ну что, прокачать еще палаш? Не, давайте. Блин, ну у меня есть деньги-то. Ну ладно. Посмотрим сейчас. Ах ты уродец! Это штаны дезертира. Здесь лут как нужно. Ой! Не туда я пришел, извините. Что-то там, наверное, охраняет она. Сейчас отсюда, наверное, поползают все. Это крикун вышел. Дал ему заорать. Так, ну-ка внизу я еще хотел посмотреть. Так, сюда мы куда идем-то? Куда мы дальше весело идем? Там уже рыцари пойдут, по-моему. Нам нужен еще вот этот рычаг. Что мы тут передвинули, я не знаю. А, подняли, отлично. Может, короткий путь? Отлично. Oh.
Все. Все. Пойдемте посмотрим, открыли мы какой. Правда, что ли, мы этот короткий путь? Здорово, короткий путь открыли. Пойдемте прокачаем палаш. И можно уже будет отсюда заходить. Палаш, классный вообще меч. Ну и как этого Ретильского мы замочили, здорово вообще. Прям бах-бах его по одному ударчику. Он нам дал эритильскую рапиру. Это типа такой вот, наверное, только она будет это холодом, наверное, бить. Так, кузнец, мы идем палаш прокачивать. Ты в курсе? Как раз 4 обломка. По 87 сделаем. Давай. Прокачались. Be careful. Be careful. 13 тысяч жизней. Так, бабуль, давай посмотрим. Сколько там у меня душ-то? Вот, не надо покупать ничего. Продать. Ну, я по 10, да? 1,8. 41. Должно хватить. Так, что мы с тобой получим? Силу повысить, 36-ю. Да, 38-я нам нужна. Хоть сегодня мы это поднимем сейчас с вами. Уровень чуть-чуть. Отправиться. Так, палаш прокачали. Перейдем через центральный ход. Шорткат мы себе сделали. Так, рыцари будут ходить. Вот мне. А, и тут будет босс уже. Мы к боссу почти пришли. Но пока нам босс не нужен. Давайте мы сейчас с рыцарем будем пока заниматься. Ага. Здорово, он меня полоснул. Сильный бродяга. Он сразу прям бьет. Сразу бьет. Но мы тоже сдаваться не собираемся. Один раз ему надо ударить и бежать. И бежать. И бежать. Ах, эта тварь ему жизни дал. Вот этот вот. Блять, и меня добил. Вот козел. Видели, что творит? Мы бы рыцаря завалили, а он его жизнями снабжает. Как мы Эсту спьем, так и он жизни. Глушит и глушит.
тут двое бегут, да? Понятно, надо он того завалить. Где он? Вверху сидит. Вот он. Все, уходим. Ой! Пусти! Завалили, блядь! Вот здесь я бежал, куда-то туда, вот вверх надо. Ладно, рыцаря мы оставим. Ну, с этой стороны тоже. А, ну с этой стороны можно спрыгнуть там, понятно. Короче, нужно рыцаря оббежать. Не надо с ними связываться. Видите, к чему это приводит. Пойдемте рыцаря оббежим. И здесь, я не помню, нет, все-таки, наверное, не здесь эти будут, близнецы-то. Еще каких-то боссов я забыл, пропустил тут. Давайте сейчас просто оббежим рыцаря. И вот мы вышли на босса. Только я не помню, кто здесь. Пойдем, зайдем. Поздороваемся. Так. Драконоборец, что ли? Доспехи. Доспехи драконоборца, понятно. Дай выиграть эскус-то, елки-палки, нечестно играешь, друг. Вот смотрите, только вот пытаюсь выиграть, все, тут же удар. Круче стал. Эти бабочки не вылетают. Да, он здорово приложил. Готов. Так, понятно, будем такой же тактикой действовать. По одному ударчику. Ударчик сделал и крутись. Ударчик сделал и крутись. Попробуем так. Он, в принципе, неуклюжий. Погнали. Да, драконоборец. Ну, я его тут прошел тогда, да. Но я его, по-моему, топором долбил. Вот своим, когда другим этим... персонажем играл, рыцарем. У меня был топор прокачанный уже, по-моему, до этого, когда я дошел вот сюда вот. У меня топор, по-моему, был уже на максимум прокачан. Ну, здесь, я думаю, не столь важно. У нас с вами крутое оружие. Такой веселый палаш, меч. Можно, конечно, потом тут обследовать еще чего, походить. Ну, давайте, может, раз пошли к нему, драконоборцу. Будем так, разочек ударил, отошел. Тактически грамотно, как с ретинским этим псом надо будет драться. Здорово. Удар, ушел. Удар, ушел. Спокойно. Да чтобы не буянить. Чтобы не буянь, друга. Удар пошел. Удар пошел. Ага. Ёпта, блядь! Охренеть! Вот это полоснул. Не, давайте не будем такой тактикой. Удар ушел. А то, видите, один раз полоснул и пиздец. И мы поплыли. А то так будем его полчаса. Удар ушел. А он потом вот этим ваншотом как даст нам. Надо тогда его долбить, резать. Резать, кромсать его.
Пойдемте пробовать. Щит обязательно нужен. Я потому что не люблю кувыркаться. Без щита я никуда. Щит, конечно, можно покруче поставить, который там помощнее у меня есть. Ну ладно. Ах ты, блядь, я заикаться начал. Пиздец! О-хо-хо-хо! Здорово, блядь, здорово! На ровном месте. Так, попили водички. Можно еще начать. Здорово, на ровном месте, я говорю, сейчас бабах, блядь, какой-то сраный рыцарь теперь меня, не убежал я от него. Ну ладно, хоть до босса добрались. Рыцарь! Иди сюда, мое кунг-фу лучше твоего! Посмотрите, он мне своим электрическим... пизданул. У меня же, блядь, почти вся жизнь вылетела. Ну, пойдем. Драконоборец. Доспех. Я иду за тебя. Не боишься? Думаю, не боишься. Думаю, не боишься. Как, блядь, я же со щитом был. Вот так он у меня. Смотрите, что делает, блядь. Ебать, ты чё разошёлся, да? Федя! Ты чё это, блядь? Успокойся! Я сейчас лечу щитом, сука. Уходим. По-моему, сюда нам пора топор вытаскивать. А то чего-то мы как-то... Тяжеловато чего-то сегодня у нас драконоборец идет. Придется все-таки тоже крутиться. Вот и вот так тактику изучить сейчас. Так, сколько мы сейчас весим? Много. Много. Еще больше. Да. Да. Оббежали мы рыцаря. Что-то сегодня какой-то день, игра не пошла. Не, вот вчера был здорово, 7 часов стримил, прям вообще, несколько боссов завалили. А здесь что-то прям как-то не катит. Вот и нахрена спрашивается тут качать жизнь, вот эту полоску верхнюю. Когда он вот один раз вот так долбанул своим электрическим мечом, она у тебя почти вся готова. Бежит, бежит уже, а.
этот еще стоит в капюшоне? Шарится. Ну давай, Митрофан. Будем сейчас с тобой драться. Давай, молодой. Кир, думаю, мощный. Блять, быстрей! Уходи! Быстро, 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 выжрал! Все, идем. Блять! Все, он там бурю поднял. Спокойно, спокойно, друган. Дракона боя. О, видишь, как у меня лупит? Здорово. А я ничего сделать не могу. Видишь, какой-то крутой. Опа! Вот это я не понял. Вот это я не понял. Ёпта, блядь! Уходи! Уходим! Да блядь! Вали, вали от него, вали от него, блядь! Уйди! Ебал всю жизнь. Посмотрите на его жизнь. Ее нет. Ее нет, блядь. Тоже нет. И у меня нет. У него один удар. Есть! Блять, победа! Победа, блять! Завалил я этого драконоборца. Фу! И у меня жизни не было, и у него, короче. Я вот поэтому говорю, посмотрите на его жизнь. А там полная задница. Так, где этот костер? Вон он. Фу, меня аж всего затрясло. Ёлки-палки, опять. Вот это переволновался. Так, пойдемте прокачаемся-ка, ребята. Фу, отлегло аж вообще. Ёлки-палки. Фу. Смотрите, как нам помог наш этот. Здоровый топор-то помогает, действительно. Смотрите, рубит как. Так, ну что, теперь нам надо потом сделать эти доспехи или купить там, как, я не знаю. Доспехи-то крутые, они считаются. Так, подруга дней моих суровых, давай-ка мы силушку прокачаем богатырскую. Very well, очень хорошо, ну давай прокачаем. Именно силу. 37-й. Отлично. Потратить. Сколько нам надо будет? 43 тысячи еще душ. О, у меня тут еще есть 27 тысяч. Давайте-ка тогда уже сразу мы этот прокачаем уровень. Пойдемте-ка купим душ. Я в смысле имею в виду купим на этот Анор Ландо. Рыцарей подолгим сейчас как раз. И на 38 у нас хватит. Тут надо-то чуть-чуть. Там 43 тысячи. У нас уже половина есть. Ну здорово, здорово, отлично. Блин, я доволен все-таки.
Замочили еще этого драконоборца этого. Замечательно. Сейчас идем дальше. Там потом мы доберемся до этого с вами, до великого архива. Эй, рыцари, идите сюда. И может быть щит вот этот нам помог. А, подождите, подождите, зачем же я, блин? У меня же мне же щит желаний нужен. Давай, Митрофан, иди сюда. Да, щегол. Погнали. 33, так. А нам нужно 40, вот там, 4. Пару раз, наверное. Пару раз, пару раз. Вот с этими двумя справимся. Чтоб нам деньги не растерять. О, ты пришел. Так, рукопашник, давай. И разок. Иди. Давай, да, с тобой повоюем. Не буду даже это жрать. Принципиально буду с этим эспусом. Иди сюда. Готов. Так себе, валено. Догоняй. Прилетел. Спускайся. Все. Пошли. Этот как его? 38-ю. И смотрите, у нас какое там оружие появится сейчас. Так. Рам огня. 38-й уровень поставим. И я там сделал мачете Йорма. Оно громадное. Теперь мы его брать сможем, по-моему. Попробовать им помахаться. Но все-таки топор, мне кажется, круче. Вот этот. Здорово, дорогая. Да, мы с тобой 38-й поставим. Во. Нормально. Так. Сколько у нас денег? Ну-ка, топор Йорма. Ой, не топор, а этот. Где он тут? Большой. Блин, не вижу, не вижу, где он есть-то. Да где он? Большое-большое мачете. Нет, это обычно. Нет, это нож. Не тот. Вот, огромная мачете Йорма. Ну-ка, смотрите, какая штука. Бум. 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 Прокачаем? Давайте еще посмотрим, что у этого есть волка. У Курлянского, может, что появилось. Курлянский, здорово. А, покажи, что у тебя тут есть. Большой топор драконоборца. 40-й уровень у Шипу носить. Он еще круче.
чем у Йорма. У Йорма просто вот оно 185. А это вот 100, вообще 200, вон. Плюс молния. Глаз понтифика нам не нужен. Давайте его сделаем. Есть вот эти сабельки. Ну это так, фуфлыжные. Все фуфлыжные. Давайте, наверное, вот этот сделаем. И тут много мечей хороших. Но мой большой топор драконоборца. Угу. Давайте посмотрим. Так, этот уже можно носить, все нормально. Сколько у нас вес? 73. О, а если мы поставим вот этот? 89. Уже можно даже с этим бегать. Вот. Бум. Замечательно. Так. Ну-ка, Йормский вот этот поставим. Вот он. Ладно, просто проверить его. Два. Понятно, пока он два делает. Так, значит, надо еще будет силу прокачать. Пойдемте посмотрим, можно с ним еще чего делать тут. Крепить. Где он есть? Вот он. Титанитовая чешуя. Понятно. А закалить? Закалить мы уже, наверное, его не закалим. Он здесь не появится. Да, потому что это оружие такое вот. Ну ладно, понятно. Давайте возьмем большой мачете Йорма. Просто пойдем попробуем, чтобы эту титанитовую чешую не трогать, не тратить зря. Ну-ка, повеселимся. Так, а что мы еще можем тут прокачать-то? У нас закалить, может, топор? Или у нас и так закаленный? Ну-ка. Топором мы здорово с вами орудовали, да? Шесть обломков титанита нужен. А, так. Закалить. Может, захреначить его все-таки? Закалить. Тяжелый самоцвет сделать. Будет 313 и 212. И он бы на силу пойдет. Разрывающий. Ну не, лучше не надо разрывающий. А то он пока этим ядом там. Вот этот очень хороший, тяжелый, но он один, блин, жалко, жалко. Ладно, давайте, пойдемте этим Йормовским подеремся. Ладно, мы сейчас тот топорище все-таки сделаем, прокачаем. Вот который последний взяли у драконоборца. Справится. Доспехи драконоборца. А, тут же дальше будет чемпион Гундир. Вот это крепкий тип, я с ним долго мучился. Он кошмарный тоже, вот крутится, вертится там, быстрый, шустрый, тяжелый, тяжелый босс. Но я его прошел все-таки тогда, помню. А, мы еще с вами там не обследовали-то. Так, щит.
Ну здесь же мы же не лазили. Мы как пришли. С другой стороны, непонятно. Ну пойдем туда сходим, подеремся. Так, этого не добили. Блять, не успел. Не успел. Так, ладно, ставим обычный топор. Обычный топор. Обычный топор. Это какой-то у нас непонятный. Что я наделал-то? На ровном месте. Вот вам и здравствуйте. Охренеть. Весело на ровном месте. Ну, вперед. Бежим. Да ёб твою мать, опять не успел, блядь. Что тут такое происходит-то? Что-то какая-то хрень. А я сейчас перестреляю нахрен из этого. Точно. Точно. Чё же я мучаюсь-то? Перестреляю сейчас нахрен их из лука, да и все. Ни хрена, урод.
Блин. Да ёпта, блядь. Смотрите, урод, а? Да что такое-то, блядь? Да. Да попади ты в него. Живой. Ну, блядь, не отошел, сука. А зачем? Все, хватит. Что такое? Одному-то тяжело, друган? Одному-то тяжеловато? Да? Ну, ты силен, я смотрю. Дезертир. Так, лестница, давайте там посмотрим, что тут есть. Никакого мимика нет тут. Ни стен, ни иллюзорных, да, ничего. Ну, давайте туда слезем. Кольцо какое-то взял. А, тут дальше рыцарь будет. Все, больше тут ни хрена нету. Ни мимиков, ни хрена. Ну что, пройдем через рыцаря. Давайте через рыцаря. Да, надо это вызвать. Рыцарь, иди сюда. Понимаем, что ты крутой. Ты как можешь защиту прошибать, что мне лучше скажи, а, друг? Нихера себе! Прошел через рыцаря! Там мы вверху были. Давайте еще тут обследуем. Кое-что. Кольцо мы с вами взяли. А это что у нас за лифт тут? Давайте проверим. А, мы как раз здесь, по-моему, на рыцаре-то и выйдем с вами. А может и нет. Куда-то меня вообще вниз опускают. Тут очень глубоко. Куда мы попали-то? Как ты меня резко-то, блядь, а?
Черт! Ты что такой резкий, а? Ай! Пиздец, блядь, пиздец, блядь! Я охреневаю, блядь, куда я попал? Жопа, блядь! Замотали эти красноглазые, блядь. Ладно, пойдем вперед. Будем бегать тут 3 года. Потом обследуем, может. Ну, вот это другое дело. Сколько нам еще нужно обломков титанита-то, чтобы этот собрать? Топор еще усилить. Костер. И вот мы в архив пришли с вами, ребята. Получается, что мы пришли в архив. Вот ключ от великого архива. Сюда, по-моему, пока нельзя. Потом все будет. Здесь сейчас эти будут черти, как называют, хранители этого архива, тут сейчас будут меня долбить. А, и это будет еще знаток кристальных чар, тут брат его, не знаю, кто тут, сват, вон он. Облом титанита взяли, отлично. Так, где этот знаток кристальных чарта? Где он меня только что долбанул? Опять мерцающий титанит. О, кристаллический самоцвет еще дали, помимо мерцающего титанита. Обломок титанита, все, отлично. Можем топор идти. Совершенствовать. Вот он. Тут вроде ничего нету. Мы пойдем сразу туда. Ага, на ход ноги получили. А тут книги сейчас будут бу-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 бу, блядь, бу-бу-бу-бу, лазить, долбить. Да, и как же мне ее догнать? Бери, 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 уходим. Успели? Вон эти книжки выскакивают. Я уже все забыл, куда тут ходить надо.
Взяли. Дадут, мерцающий титанит, нормально. Откуда лупит этот знаток кристальных чарты? Обломки. О, титанита мы набрали, здорово. Надо идти качаться. А как мне туда? Там сверху только надо, да? Вот. Пойдем туда. Косточка возвращения. Ну что, возвратимся? Ну тогда придется все сначала проходить. Давайте, ладно, возвратимся. Где она есть? Вот она. Храм сваливаем. Пойдемте-ка прокачаем топор. А чего тут? 6 обломков надо, мне только 4 разве, да? Блин. Pretty, be careful. А сколько душ у нас тут? Одна 10-тысячная, да? Жалко. Ashen one. Ладно. Блин, виноват. Махнулся старый мах. Давайте великий архив. Два еще обломка титанит надо найти. Тварь, а. Была одна крыса, и то зацепила. Так, ладно, два обломка титанита нам надо. Два обломочка. Что пыряете тут, а? Вы так все библиотекари встречаете тут. Народ. Они две штуки. Сейчас мы с тобой разберемся. Да, вот мы сюда добрались опять.
Ни хрена, тварь. Пол жизни. Ну зачем ты, блядь, второй раз-то? Это не я бил, блядь. Там этот снайпер, блядь, помогает ему. Да, блядь! Да бей! Так, ты тут помогал, черт. А? Стрелок сраный. Ворошиловский, блядь. Кто еще тут помощник, блядь? Кидал что у меня. Ты? Ты сейчас бомбами сверху лупанет, блин. Да, блядь, да добей его нахуй. Все, пиздец, блядь. Ой, блядь. 47 тысяч было? Откуда ж столько-то? Это за кристального этого дали мне. Блин, вот где надо было косточка возвращения. Блин, главное не просрать души. Главное не просрать души сейчас. Это по подъем уровня, считай, 47 тысяч. Блин, как же я не заметил-то? Валим туда, валим туда. Осторожно, сейчас надо там проходить. Блять, 47 тысяч, елки-палки. Надо искать их, и косточка возвращения надо сразу пользоваться. Вон, вверху. Вот туда идти опасно. Сейчас выманить и сразу возвращаться. Вот тварь, блядь, и будет стоять, сука. Хрен пойдет сюда вниз. Давай, давай, Мурло, иди сюда. Так, один есть. Сразу. Эту. Есть. Души. Отлично. Так, валим. Косточка возвращения. Костер, конечно. 60 тысяч, отлично. Отлично. Даже, по-моему, сейчас мне на 2 хватит их. Нет, 48, это будет мало, мало, мало. Только один сейчас смогу прокачать. Силу еще поднимем чуть-чуть. Привет, подружка. Давай силу повысим тут еще разок. До 39-го. Отлично, уходим. Уходим обратно. Справится. Великий архив. Thank you.
здесь нет прохода наверх. Прыгну. Здорово. Где мы погибли-то? При входе? Где тут мы свалились-то, да? Жизни где тут должны быть? Где мы рухнули-то? Не обнаси. Ты откуда свалился, черт? Надо найти, где души упали. Костер. Ну что, душу просрал, что ли, я, получается? Пойдем наверх, может, наверху они там где. У нас получается сейчас должны быть где-то здесь вверху. Вот меня, да? Души там горят, души. Ах ты урод! Уже, в принципе, нормально. Сейчас чуть-чуть подолбим мы их еще, и можно отправляться после возвращения, качать уровень. Много за этих дают, чертей-то. И последнего сейчас и хватит. Готов. Все, возвращаемся. Verdente.
силу, как мы подняли. 40-й уровень. И у нас общий будет 88-й. Farewell, Ashen One. Отлично, то есть мы можем теперь взять вот этот. Ну-ка. Вот он. Раз, два, три. Давайте-ка мы его прокачаем. Пойдем за денежкой. Привет, бабуля. Ну, по-моему, у нас он мощный стал очень. Ну ладно, сегодня хватит, думаю. Давайте завтра продолжим. С вами был Ахиллес, Twitch канал GameFanCool. До завтра, пока.